Знаете, сегодня очень ответственный день для меня. Я наконец-то завершаю полностью свой летсплей на канале Tarus Game Revival, на котором вы сейчас и находитесь. А с вами летсплеер русского канала Кирик. А завершаю я свой летсплей по игре под названием Crash Bandicoot Nitro Fueled Team Racing. Ну что, остановимся на том, что мы полностью взяли все гемы. А точнее, мы прошли все. Все. Мы прошли все, кроме двух треков. Это Turbo Track и Slate Colossum. Да. И вот в этой серии мы пройдем эти два трека на время. Мы их открыли благодаря тому, что собрали 10 реликвий и все гемы получили. Давайте сначала пойдем на Turbo Track. Причем активировали нового персонажа, получили. Это Fake Crash. В нем как раз и будем играть. Надеюсь, у нас проблем не будет с этими двумя треками. И в конце победим Оксайда и выберем финальные титры. А потом уже будет полностью серия. Я пройду все на время. Господи. Turbo Track. Вот это я понимаю. О, как красиво. Ты Crash и Копа. О, господи. Господи. Реально напряжение большое. Минута 45. Ну вообще бы треку пройти бы. Он вроде как головоломка сделан. Я его отчетливо помню. Из детства, когда играл еще в оригинал. У меня надолго не получалось пройти его. Я не знаю, что сказать. Надеюсь, что мы двигаемся в правильном направлении. Правильно? Ну, 30 секунд. Нам нужно ехать так же. Там мы пройдем. Если теория возможна. 3-3-3-3-3. Так сказать, что-то плохое? Не буду. Почему это речь, что флаг России? Походу, проблемы все-таки у нас небольшие, но точно будут. 30 секунд брать взять надо. Что такое? Скоро 5 секунд. Давай. Да. С первого раза не получилось. Так, Fake Crash, давай, не ной. Ну и сейчас явно не надо. А вот доиграть. Вот видишь, трек вполне интересный.
Мы успешно все проехали. Тут тоже. Тут нормально. Тут уже не особо. Вроде мы играем лично. Должно быть что-то. Это было не то. Две секунды. Две секунды. Хорошо. Нельзя ли это? Это плохо-то. Это хорошо, и вот и плохо. Секунду бережет. И 5. 15 секунд надо пройти. Мне кажется, мы должны успеть. Мы это сделали. Сантируем. 7 секунд в запасе. Без особых проблем со второго раза пробил. Тут, кстати, почему-то очень медленно едешь без спина. Вот не знаю почему. Может, делаю так специально. Но я особо хотел спинить. Боялся пропускать ящики. Потому что трассу я знаю довольно плохо. Надо бы трасса бы получше бы. Было бы круто. А так, помню, что я на ней застрял в оригинале. Так что, к сожалению, обычно я сантировал. И фейк, танец от фейк, конечно. Новый релик. Black Cat Pura. Ну что? Последний трек я иду тусить другим. Пойдется в песне Франзоны. Последний экзамен. Экзамен выпускной. У нас последний экзамен перед Оптидом. Это трасса Слайд Пулсу. Забыл сыграть-то. Ни хрена какой-то с крэшем. У них абсолютно одинаковые характеристики, так что мне интересно. Сыграем за... Это не годило. Последний раз. Поиграть мы же будем на крыше. Последний раз. Обрадуемся один годилу. Надеюсь, обрадуемся, как выигрывать один годил. И... Оксид. И игра пройдена. О, ёшкин каравай, ёшкин каравай. Ёшкин каравай. Я на этой трассе застрял. Как она круто сделала. Так, переначало. Как красиво. Мои глаза, конечно. Это вот реально как гоночная трасса какой-то. Какая-то гран-при. Гран-при на наших гран-при.
туризма. Только как раз я вообще не знаю. Он еще проходил для него вообще когда-то. Играть первый раз на ней. Ну, вроде проходил, конечно. Тут он уже в памяти как-то не осталось. Я просто что-то смешалось в голове. Возможно. То в моей жизни сейчас только крэш и есть. Тимрейтинг особенно. Понял все уже. Да, ложный король. Мне кажется, он не пьет. Это интересно. А если не интересно, это необычно. Секунд. А причем это быстрее всех? Да, тут, в принципе, не мудрено. Ну, уже минут 15. Уже минут 55. Минут 15, да? И он дальше повинится. Но, скорее всего, так нужно пойти на... Платиновый. Понятно. Походу, это будет тяжелее, чем сам финальный босс. В принципе, на него можно достаточно много времени потерять. Едь, дорогой, едь. Никогда раньше так никогда не ездил. Там еще 3 секунды. Как тут взять еще? Там 3. Кто это запомнил? Идет я. Раз, два, три. Yeah!
3 секунды пропустили, когда мы позвоним. Здесь ни разу их не брали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас 5 секунд, да, но. Блин, там очень крайне ездили. Так и знал. Основные персонажи, если играют за число. Даже так и сделал как-то. Слишком сложно, слишком сложно. Интересно, сколько тут застрял? Может, упрыгаться получится. Я бы сам бы выехал, не надо мне было за бурдагу бы не держать. За бурдагу. Надо мне за бурдагу держать. Это звук не тебя включит. Уже светлее. Я еще снимаю. Бурдага это сразу по минус. Бурдага это сразу все.
Куда? Понятно, тут нужно меня вот так прыгать. Все, понял. Там нужно прыгать именно так, на эти два ящика можно забить. И сократить. Как вроде за боку стал играть полегче. Долгую нужно взять. Как долго-то? Утром мы постоянно забываем. Забывчивая кофе. Хочу как моя оценка. Один блин. Зел. Это уже реально получилось. Ура! Это мои новые мои профи взяли. Кажется, все. Если мы то приехали нормально, а эту сейчас мы будем плохо проходить. Вот типа последний лап. Вроде, ну это 52, на первого. Ну, мы получили платину реликт коллектор. То есть мы взяли все реликты, получили в этой игре. Ну это 52. Ну в принципе нормально. Пойдет. Потом обязательно получим платиновую. Ну, чувствую, она будет тут сложной, что очень интересный одновременно и сложный трек. Ну что, остался только один оксид. Игра, в принципе, пройдена на 100%. Ну вот оксид. So you're back and you've gathered all my time relics. I'm impressed. Well, it's about time I taught you a real lesson in speed. This race is for keeps. Вот оксид. Берем крэша. Погнали. Я хотел поменять на оригинальный скин, но уже пофиг. Сражение, ради чего мы здесь и собрались. Мы уже его побеждали с горем пополам, но нужно вот еще раз это сделать. Да.
сюда умуклюет. Так, там все-таки помню. Погнать его и давать его уже выиграть. Директив. Уже ненормально. Где там вначале вниз оружие? Это не убивает сейчас. Зачем сейчас у нас сам где-то начал? Начал. Сколько у будет шансов его выиграть? Ну что, я думаю, последний. По факту. Я думаю, он будет мастер. Пойдешь никогда. Опять рестарт. Может, реально Коко опять есть? Коль у нас получается за нее хорошо играть. Ну что? Теперь тактика проста. Давать ему первое место до конца. Ты получилась тактика. И придерживался, хотел сказать. Маточку дай. Где погнали мы его? Он стал двигаться быстрее. Он должен был быть. Вот тогда. Вот и все. Особенность Quake Cruise завершается длинная серия. Все были слишком короткие. Да. Москва.
Ну, нафиг куклу. Нашу спасительницу во всех соревнованиях. Никто нас не спасет. Ни Крэш Бандикут, ни Динго Дил, только Куко. Мы же получили за вторую звездочку 100%. И финально завершить этот летсплей. Ну, отчасти завершить. Так, не девочка, нафиг здесь коту срань, алло. Да ты такой. Пытаться попроста. Ну давай первое место до конца. Уже получится. Вижу, кто такая арена получается. Погнали, погнали, погнали. Спин, 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 спин. А, не спин. Тоже, 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 тоже. Тоже нужно было уронить и все. Еще никого не бояться. Тихо, 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 тихо. Ё-моё, так, походу, так, конечно, не бьёт. Да, мы одни разок победили достаточно. Всем удачи, всем пока. Шутка. Перед не сдают, блин. Перед не надеюсь, кто-то на маске. На, у неё... Два раза подряд маски. Я забыл. Вот он, удачи.
горы. Плюс 54, но как-то мне с этого не тепло, не холодно. Дальше. Что мы теперь вообще? Финальный босс, как много в этом слове. Снова рестарт. Вначале бы нам дали бы маску бы, я помню, вроде мы открыли, когда нам давали изначально маску. Ну что? Рестарт. Просто надейте на маску. Ну или на ракеты. Что же нам нужно? Лагунать. Вот. Спасибо. Самое легкое, и он кидается. Самое сложное, когда он начинается колочкой. Колочкой, да все. Моментально вот и станки. Ненавижу эту колбочку. Колбочки! Колбочки, говорят, на где надо. Ищи всегда. Вот это лучше. Ой-ой-ой-ой-ой. Я принцесса, не маленькая школьница. Ужас, ужас. Замедим фан-зоны. От самого Линкен Парка, блин, это дверь. Не верю.
Так нечестно. Так нечестно, если не поговорить. Результат на секунду раньше сейчас стартует. Только да. Давай легче. Скорее нечем, да. Не нужно. Рестарт. Такой футбол нам не нужен, говорил резко комментатор, только про хоккей. Только хоккей нам не нужен. Такая гонка нам не нужна. Это мастер нечестный. Максим, ну как тебе не стыдно? Ну ты побежаешь девочку. На секунду раньше едет. Еще и кидаешься, всем попало. Просто было стыдно выиграть. А отсюда все равно. Ну, короче. Вечер. Вот открываем. Это первый звук. Вот тут нужно было использовать его. Вот вот тут вот. А уже такой проект. Упадет. Вот, это самый ненужный момент. Мастера. Черный собак. Идеальный. Ну что,
кусок. Погоди. Ты уже не встань. Что-то даже не допрыгнули. Вот и оксид тебе. Не будет. Мама, уже не отдавать. Здорово. Ну, вначале, опять. Ну, не надо было все брать. Сейчас. Это как мы приехали. Сейчас. Падать не хочешь. Сейчас он уёкнется. Ты задержался, мы шли просто идеально. Нет, ну собой вас. Вот так. Я на земле реально и по накалу пинаю. Сразу были проблемы. И с ботом проблемы. Нам нужна маска. И нужно особо от него отставать. По запросам нуждающиеся делаются, то в принципе я понимаю, как в это играть. Более чем.
маска. Попали, тут попали. Тоже попали, тут попали. Сначала маску нам вообще довольно хотят. Как все сложно оказалось. Честно, мы бы даже больше времени потратили. На что? Вот я понял. Уверен, что Оксик будет такими путями, он зальется. Нормально. Он еще стоит, точно. И вы просто отбили там много. Просто пой. Такие часы. Прикол, все есть. Форма большой. Не каждый день падает по два раза. Крепность нужно было бы переиграть. Ну, все-таки надеюсь на часы какие-то. Ну, одно и то же, блин. Думаю, где оси, окси того, дайте мне что-то более-менее полезно играть. Игра! Игра, можешь, пожалуйста, не спасибо? А? Маски! Да, вот тебе даже на босс на среднем уровне. Я боюсь, что какой-то максимально на тяжелый. Я все, наверное, пройду. Опа. Даже хорошо и больше, чем плохо, на самом деле. Стал он еще зарба. Бурдага.
Это было уже неплохо. Можно лучше с этого пытка. Первый, второй. Часы бы, да, его чисто бы, чисто бы, чисто бы, чисто бы, чисто бы. Запусти. Сы. В принципе, маска просто... Просто. Лучше попытка все равно. Это. Я не могу так кататься, что возможно тут маска находится на, только на определенных ящиках, например, на эту. Главному, да? 4 секунды. Ну это очень сложно. Поймите меня правильно. Точно, вот и теряется, очень теряется. Питание. Ниже игрока. Вот я просто об этом и говорил, что на каждом разное. А на среднем можно есть маску. Ну, это может быть не запрещено. Ага. Банально. Это банально. Тут пишем только маску. Например, на вот это. Опять рестарт. Показал ему свой скилл. Он нет, это не был не прав. Вскоре остался сердце. Великий рандом. Ау!
даже нормально, что мы в таком состоянии. Ищем маску. Сейчас надо даже его использовать. Может, просто нужно найти. Время. Почему она мне дает? Бзы, который по-любому его убьет. Маску. Проблема то, что на кружок рано нажимаю, так нет. Но это не в этом проблема. Блин, только мы крыль в руках. Мы бы были бы из этого вот всего бы. Уже почему все потом.
сожалению, это все. Подорвись. Подорвался. Я же говорил. Ты должен помнить. Самому попасться на свою же ловушку. О чем я думаю? У меня есть идея такое делать не могу. Пора взорваться. Пора взорваться. Оксид. Оксид, не пугай меня. Как ни разу не взорвался. Оксид такого не может. Я пройден. Первое место. Получил я Galaxy Fested ачивку. За прохождение игры. На 100%. That's it! I'm finished racing with these mushy backward worlds! Keep your miserable planet! I'm out of here for good! Yeah! Дали петь друг другу и танец. Танцовать. Самая бабочка изначала. Бедный Крэш ее терпел всю. Что? Вторые титры? Игра снова пройдена. Второй божий раз. Ну что говорит в конце Оксайд? То, что господи, офигеть, я лузер, не смог обыграть тебя.
как я вернусь обратно, я буду себе считать то, что я тот самый лузер, не смог одолеть и захватить планету. Ну, как-то так. Специально игра пройдена, что, в принципе, круто. Это предпоследняя часть, точнее, это финальная часть, все это завершение игры. Мы прошли игру на все 100%. Но есть еще 101, как я говорил ранее, нужно собрать все платиновые реликты, то есть нужно пройти все уровни моментально быстро. И я это сделаю потом, возможно, я это сделаю ближе к концу года, потом в следующем году, возможно, через 2 года. Это не важно, главное, что я это сделаю. Это самое главное. Да. Также у нас еще остается по летсплеям Crash Bandicoot 3. Там тоже мне осталось как раз уровень на драйвер пройти. Ну еще взять драгоценные камни. А, ну еще первые, второй части. Тоже ждите, скоро будет. Также будет еще, наверное, в этом году один мой летсплей в одной игре по тематике, вообще Crash Bandicoot. Так что ждите. А после этого, скорее всего, на некое время в Стригаре я уйду, точнее, буду вновь появляться в эстафетах и конкурсах, но летсплей делать не буду. Так что, да, вот такие дела. Ну что, еще раз, если говорить об игре, то повторюсь, то же самое говорил, что на прошлых титрах. Передали атмосферу игры, они отличные, игра офигенная. Ой, ну, механики гонок, трасс и так далее, игра офигенная, но она ужасна тем, что очень геморройная. Проходить трассы по 4-5 раз, это одновременный плюс, типа ты уже выучил трассу на все 100%, ну, это плюс для играющего, для смотрителя, наверное, больше минус. Но, как по мне, игра 10 из 10, именно по геймплею. Этот Nitro Fueled делает эту игру крутым. Скины, все дела. Трофи, мы его тоже не блокировали. Может, будет еще кстати, в серии. Итак, можно сказать. Ну и Акфит. Который проиграл. Да. Игру это сделала компания Activision, точнее ее подразделение Recreators Vision, который уже как бы делал игру про Бандикута первые 3 части. Ну что, давайте мы титры уже видели, в принципе, их можно и скипнуть на самом-то деле. Докажем себе, что мы прошли игру на 100%, а то мало ли, кто-то уйдет, утверждает, что это не так. Это так. Абсолютно так. Такую мы получаем. И такую мы получаем. И такую мы получаем. И все. Вот мы, скорее всего, ничего не получим. А цвет еще тут интересно. А цвет так отлично смотрит. Да? Том процентов сделано. Просто сделано. Ну что, теперь можно прощаться. И прощаться последний раз за этот летсплей. Все. Если вы здесь впервые, и если даже не впервые, я надеюсь, что вы смотрели полностью мой летсплей на канале Turtle Game Survival, то
подпишитесь на канал. Все-таки тут играют хорошие игры, да? Также подпишитесь на мои два личных канала. Это игровой канал Кирика и Кирилл в офсайде. На первом канале там учить блогерский и игровой канал, да, как ни странно, игровой канал игровой. На нем долго не было видео, но сейчас я его тоже активно утверждаю. Он бы даже когда-нибудь тоже перепройду эту игру на тяжелом уровне сложности, потом он будет через годик из фар. Но все равно подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал, ну и может быть у вас сайте, где фар и реальный футбол. Вот подписывайтесь, там больше нужны подписки, нам нужны подписки. Я очень сильно старался, вот поделите мне эти. Также ставьте лайки, пишите комментарии, как вам получился в целом летсплей. Напишите, очень интересно узнать. Что мы очень долгий путь с вами проделали. В целом. Я старался. Ради тех, кто посмотрел. Учил это все. И так далее. Ладно. Наверное, скажу то, что должен сказать каждый. Уважаю тебе летсплеер на канале Taurus Gaming Revival, который смотрел Тауруса. Дальше будет только интереснее. Я вам это обещаю. Всем удачи. Всем был Кирик, играл в Flash Green Hood. Тема. Ремастер. Оригинальный. Гонг. Подвешу. Инди Худ. Так, ну что, почему? Всем дальше. Дальше будет. Пока. Самое.